друзья, всем привет! Ой, отдыхаю, села отдыхать. Черешни себе немножечко купила вчера. 400 рублей стоит. Вот прям горсточку. Ну не себе, нам. Сижу, отдыхаю. Встала в 6 утра, нужно было капусту досажать. Потому что сегодня дождь вроде бы с обеда стоит. По интернету. Крайно надо было капусту высадить. Помидоры высадить несколько штук. Соседка дала. Сливово-видные. Вот вы видите на заднем плане. Убираем фундамент. Камнем был так красиво 10 лет. И все, развалился. Развалился весь... Видимо, строители так не очень качественно сделали. И все, он вот именно здесь, вокруг дома, весь поотваливался. Во дворе на земле вроде хорошо все. Вот убираем, будем железом теперь обшивать. Теплицу сегодня Сергей тоже. Вот встали в 6 утра, вон теплицу давай крыть. Старое срывать, новое поликарбонат. Обшивать. В общем, работа кипит. У нас сегодня выходной. Сегодня сынок приезжает с Челябинска. Надо его поэксплуатировать. Вскопает мне в теплице. Поможет. Потому что 10 июня он уже расписывается с Настей. И уже наша власть кончится. Все. Скажет, дорогие родители, не имеете права больше меня трогать. Все, вот приезжает до четверга. Поработаем с ним маленько. Поставила сейчас тесто. Хочу испечь пирожки со щавелем. Отвлекаю, отвлекаю. Пока про ливер не вспоминает, пирожки с ливером, я сегодня им с щавелем пожарю. Ну, конечно, завтра придется все равно с ливером. Ливер лежит. Все ваши прочитала комментарии. Спасибо, девчонки. Попробую приготовить. Попробую. Еще один вопрос. А это все в одной кастрюле отваривать? Печень легкая и сердце? Или в разных? Вот. Спасибо вам еще раз. Спасибо. Маша на соревнованиях второй день в Челябинске. Переживаю, в понедельник экзамен уже. На факультатив приходится не ходить. А сейчас я вам вставлю видео. Вчера в Магнитогорске я выбирала себе наряд на торжество. Посмотрите. Ну вот кое-что я там выбрала. Все красивое, все хочется купить. Все дорого, конечно. Ну выбрала два. Два наряда себе. Вот на торжество одену, если тепло. Если холодно, другой одену. На роспись Челябинск. И потом на лето то туда пригласили на юбилей, то сюда пригласили. Короче, пригодится. Вот, Серега приехал что-то. Вот сижу у моей спирии. Какая красивая. А, посмотрите вот вчерашнее видео. Скажите, понравились вам платья, наряды. Я отекшая, наверное, потому что с утра кверх воронкой. С капустой, с помидорами. Огурцы подпушила. И вся. И вчера еще приехали, картошку отварила вечером. Селедка была у нас толстая. Вот наели селедки с картошкой. Пила весь вечер. Сегодня еле глаза открыла. Еле-еле. Поставила на ужин суп говяжьей ребрышкой. Нашла последний. Ой. Скрипит. Чье? Уже жует. Доброе утро. Оксана всегда жует. Всегда, днем и ночью. Всегда.
Всегда есть хочет. Такая обжористая. Вот так, друзья. Прожорливая. Работаю сейчас, если они мне закроют теплицу. Надо срочно высадить помидоры, огурцы. И все. Так, ладно. Пойду помогать держать поликарбонат. Ветер. О, щавель еще надо нарезать. Вот что. Тесто-то поднимается, сейчас быстро подымется. Концерт лягушек. Всем привет, друзья! Доброе утро! Вау. Концерт прям по заявкам. Остановились пообедать. Едем в Магнитогорск. Я не могу. Обожаю этот мостик, эту речку. Как красиво. Сегодня мне, ребят, надо какой-нибудь костюмчик приобрести в Магнитке. Будете со мной смотреть на роспись Семена. Ой, они меня перебивают. Он чё? Вот заливаются. Как бы я сейчас прыгнула и поплыла. Вон рыбы. Рыбы видишь-то? Ага. Вот под тобой прям рыбы. У-у-у. Боже, вода, наверное, теплая. Нагревается, конечно. Вот дают лягушки. Вон что они прыгают, вижу. Если будет зелень, ну, что-то из пластика выберем, да, все равно под церемонию же выбираем. Да. То, значит, зелень просто сделайте голографику. Вот. И спинка хорошо. У вас рост позволяет, понимаете? У вас очень хороший рост, и вам позволяет это. Потому что вот сейчас мне дует. Да ладно? Я просто привыкла в зеркале. Все, что захотели, скрыли. Угу. Все, что захотели, подчеркнули. Тоже будет хорошо. Друзья, начала стряпать пирожочки. Вот так я пошинковала мелко щавель. Кладу сверху 2 ложки сахара, закрываю и вперед из песни. У меня мяско сварилось, ребрышки. Сейчас вот достала борща. Запущу туда картошечку. И нормально будет, вкусно. Съездила сейчас в Валберес, забрала Маша, выписала себе джинсы. Я в шоке. Посмотрите. Всю жизнь она носила в обтяжку. Не дай бог там широкие какие-то штаны будут. Все, не оденет. А тут такие широченные. Сейчас же модно это. Прикольные, конечно, и кроссовочки. Адидас выписала. Ну, не знаю. Мне кажется, ей большие будут. Завтра приедет. Померяет. Все приходится выписывать, потому что ездить некогда. А у нас в поселке ничего такого нету. Модного. Вот она посмотрит, выпишет. Что не так, отправляет. Все с Валберес и с Озона. Перекрыли мы теплицу. Теперь у меня новая тепличка. Внутри прибраться, вскопать.
Фу, и можно высаживать. Думали, до обеда справимся. Ничего подобного. Весь день. Здесь вот картошку в проходике посадим. Весь день пропурхали. Все цветы мне там потоптали. И ничего не сделаешь. И ничего не скажешь. Так, тут они мне вертушок забыли. Вертушок надо, открывается дверь. Ну вот, слава богу. Большая, длинная тепличка. Тут капустка болеет. Что-то я много в этом году посадила. Ну, жалко выкидывать, жалко. Все воткнула. Ягодка цветет. Мощная. Тут свекла близко не всходит. Вот. Щавель почикала. Пирожочки вкусные. Завтра можно с луком и яйцом тесто есть. Ой, вот так, друзья. Вот возле Спирии скажу вам до свидания, до новых встреч. Послушали вы сегодня и лягушек, посмотрели мои наряды. Ой, я не могу, какая лепешечка. Потихоньку раскрывается. Сейчас отрезала родителям два. Не знаю, как она размножается. Две веточки отрезала, посадят в воду. Нереальная красота. Большим кустом вырастает. Но очень медленно растет. Все, друзья, всем до свидания. На такой красивой ноте прощаюсь с вами. Ненадолго. Мне надо сыночка еще встречать. Всех кормить ужином.